Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию по игрушке BeamNG Drive. В самом начале серии, конечно же, друзья, хочу сообщить радостную новость. У нас начинается, точнее продолжается, потому что у нас уже второй день в неделе, вторник, продолжается неделя BeamNG Drive. Друзья, спасибо вам огромное за вашу активность в виде лайков. Короче, это означает то, что на протяжении всей недели до воскресенья каждый день будет выходить новая серия по Бимке. Ну и в том числе, конечно же, будет выходить новое шоу «Повтори за мной». Это то самое шоу, в котором я буду выполнять ваши задания, то бишь проходить, выполнять челленджи. Ой, ребят, сегодня я не знаю. Вот, и, во-первых, я хочу сказать огромное также вам спасибо за то, что вы оценили шоу «Повтори за мной». Блин, это реально что-то с чем-то. Я тоже получаю от этого неимоверное удовольствие. И, ребят, сегодня, естественно, я повышаю планку по сложности. Сегодня у нас будет два вызова. Я все-таки, скорее всего, придерживаюсь тому, что в каждом выпуске «Повтори за мной» будет именно два вызова, потому что, блин, здесь реально сложно. Здесь, типа, каждый вызов может выполняться реально минут по 20, поэтому, чтобы серии не были по часу. Ну, короче, посмотрим. Если будут какие-то в дальнейшем более-менее легкие, так скажем, вызовы, то, конечно, их будет больше. Но так вот, среднее количество 2-3. Короче, ребят, я предлагаю начинать. Сейчас вот я уже нахожусь на месте выполнения первого вызова. Ребят, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, потому что сегодня будет что-то с чем-то. Я не знаю, как я буду сейчас, блядь, это выполнять. Я предлагаю сразу посмотреть вызов, который прислал Андрей Кириллов. Я не знаю, если я его выполню... Ребят, перед тем, как мы начнем смотреть и я начну выполнять, я хочу напомнить, что есть 4 степени выполнения. Первое, это я лошара вообще не повторил, вообще нифига даже близко, то есть вообще, блядь, ну, типа, не выполнил. А второе, это, значит, пол шишки, то есть, ну, что-то похожее, возможно, получилось, но не до конца. Третье, это выполнение, то есть реально повторил все как в видосе. И четвертое, это полторашка, то бишь перевыполнение, я реально какую-то еще дополнительную фигню там сделал, ну, короче, что-то усложнил. Вот, и также хочу напомнить, что если вы что-то случайно записали, либо вы же специально записали мне для этого шоу, то вы можете приходить в мою группу ВК, ссылочка есть в описании, и в комментариях к этому видосу скидывать прям вот видосы, вот, собственно. Ну что, ребят, смотрим вызов от Андрея Кириллова. Это, я не знаю, с какой попытки он это сделал, но это, короче, начинаем, ребят. На горе Арарат растет красный виноград. На горе Арарат растет красный виноград. На горе Арарат растет красный виноград. В общем, ребят, это какой-то пипец. Это просто пипец, потому что я не знаю вообще, с как... Вот если даже у меня получится, я охуею просто. То есть это такой рандом должен быть. Значит, по традиции скажу, что я не тренировался, ни разу не пробовал. Сейчас я буду делать это впервые. По расстоянию, по всему... Вот это, кстати, следы, это не думайте. Это я тут ничего не пробовал. Это просто я спавнил тачку, потом вот парковался сейчас, чтобы показать вам расстояние. Короче, вроде бы я расставил... Ну, машины те же, само собой. Вроде бы я расставил все точно так же. Надеюсь, похоже. Единственное, по расстоянию, конечно, было сложно догадаться именно, какое оно здесь. Но, то есть, длина автомобиля плюс-минус еще дополнительное пространство. Потому что, ну, и вызовы, в принципе, там видно, что не чисто на тачку место. Потому что, если чисто на тачку место, ну, это просто физически нереально. Это можно бесконечно выполнять, и, скорее всего, ничего не получится. Нужен какой-то запас минимальный. Потому что, учитывая, что мне нужно, блядь, на крыше, блядь, каким-то образом здесь проехать и не задеть эти машины. Это я не знаю, это пиздец. Короче, ребят, мы убираем вот эту тачку, потому что она нам, в принципе, не нужна. Она нужна была только для того, чтобы продемонстрировать, что здесь и как. Вот у нас основная. Вроде бы место разгона здесь. Сейчас будем смотреть. Я думаю, что по разгону это совершенно не важно. Я могу и быстрее разогнаться, и медленнее. Ребят, пожалуйста, пожелайте мне удачи. Просто поставьте лайк и прикиньте сейчас с первого раза. Блять, это как надо подлететь? Я могу сказать так, вот, сука, охуенная эта игра, я ее обожаю просто, ну, смотрите, вы понимаете, то есть, сама по себе BeamNG Drive, ну, это постоянно, это просто, блядь, энергия из аварий, каких-то разрушений и так далее, и учитывая, что вот эта рубрика «Повтори за мной», вы понимаете, да, то есть, мы посмотрели, как оно вот должно было быть, учитывая физику этой игры, учитывая модель повреждения, мы просто будем... пересматривать кучу различных ситуаций, как это могло бы быть, так как не на видео. И чтобы достичь... Какую-то хуйню, как обычно, несу. Короче, вы поняли. Это было эффектно, но это было не то. Хотя, то есть, вы понимаете, у меня тачка должна подлететь именно так же. Мне кажется, что я это не выполню. Мне кажется, я на пол шишки, возможно, смогу. Но и то, мне кажется, что это... Блять, ну, я хуй знает, конечно, я хуй знает. Типа, я подождите, стопэ. Во-первых, я не коснулся. Во-вторых,
Я, получается... Блять, это попахивает перевыполнением со второй попытки, потому что я сейчас как бы сделал все точно так же, только вместо того, чтобы просто проскользить на крыше... Хотя я просто не знаю, что эффектнее, проскользить реально на крыше или же кувырками пролететь. С одной стороны, просто можно посчитать, что кувырками легче, потому что в какой-то момент я мог... Блять, вот, к сожалению... Сейчас мы посмотрим. А мы не посмотрим. Блин, жалко, что как таковых повторов нельзя. Вот только инсертом можно отмотать, но там нихуя не понятно, нихуя не видно, поэтому... Блин, я настолько охренел, что я не успел ничего сделать, типа, не замедлить вообще, потому что я смотрю, что-то происходит, что-то вроде похожее, и вроде бы мне подобное и нужно, но... Бля, пацаны, я не знаю. Ну, ребят, я думаю, что в большинстве случаев мы так и будем поступать, конкретно в этой рубрике, как раз-таки вы будете оценивать в комментариях, потому что я не могу сейчас, типа, сказать, бля, пацаны, ну это перевыполнение, потому что, может быть, кто-то посчитает, что это, наоборот, легче. И точно так же я не могу сказать, что, блин, пацаны, ну это на полшишки, потому что, как бы, ну, наверное, то было сложнее. То есть, короче... Так, ладно, мы в любом случае на этом не заканчиваем. Я не ожидал, что это так получится, как бы, относительно... Я понял, это вот это пере... Блин, ну то, что со второго раза, мне кажется, тут, понимаете, столько различных ситуаций может произойти. Так. Не-не-не, это не тот, траектория не та. Подлетел. Ну, не, вот это я посчитал на полшишки, потому что тачка летит, как понимаете, она летит вот так вот по траектории, немножко наискосок, и тем самым я как бы, ну, за счет подлета просто компенсирую, пролетаю над капотом. Но мне кажется, я, конечно, к сожалению, видите, не замедлил и не могу сейчас пересмотреть в замедлении, но, по-моему, я там летел, кувыркался именно вот в эту щель. То есть я не за счет кувырков не сделал себе легче, а просто усложнил рандомно. Короче, это сложно объяснить, но я думаю, вы поняли. Бля, вот это вызов, блядь. Вот я, во-первых, думал, что у меня даже близко не будет получаться, а тут как бы каждый раз под... А если я на колесах проскольжу? Бля, не, это не то, сейчас пиздану. Да, ну не пиздану. Кстати, слушайте, а машины реально расставлены так, что, видите, я думал, честно, что я просто буду каждый раз в них въебываться, а получается, что я, в принципе, в щель попадаю. Ну, ладно, тут неудачно. Но, блин, я хочу просто... Я не знаю, как мне должна машина так подлететь, чтобы я... Это перебор. Тут нужно именно на краешек как-то попасть, чтобы она закрутилась, завертелась. И я просто должен на крыше проскользить. Я не знаю, получится у меня это... Ну, это может быть и красиво. Тем не менее, мы все равно наслаждаемся повреждениями. То есть, да, я не выполняю, но... Происходит какая-то дичь, и как бы сейчас вот просто вот покувыркался по капоту. Слушайте, ну давайте, у меня, конечно, есть мысль, может быть, тут действительно большое место, вот может быть, или это перебор. Ну просто мне даже интересно, вот, ну серьезно, типа, я сократил дистанцию. То есть всякое, вот сейчас вот, ну блядь, типа там, понятно, что каждый миллиметр не рассчитаешь. Я понял, сократил. Вот я примерно думал, что каждый раз у меня будет так, но каждый раз у меня так не получилось. Самое интересное, что со второго раза у меня получилось, ну, типа, непонятно, перевыполнение или нет. Так, чуть-чуть подвинулся. Ой, бля. Я не знаю, ребята. Но я спокоен, по крайней мере, потому что второй раз мне прям реально понравился. Но, блядь, мне-то нужно Ну нет, так-то понятно, что я могу, жопой вперед, как бы дырка большая, чтобы пролететь, а вот именно, чтобы тачка заняла именно то положение в полете. Не, мне все-таки кажется, что проскользить на крыше это сложнее, учитывая, что в большинстве случаев у меня все-таки получается куча кувырков, которые здесь не нужны, да, то есть по сути. Не знаю, но второй раз все равно был эффектный. Но опять, понимаете, мне еще нужно поставить тачку, чтобы она в момент приземления... Проскользило именно вот так, не вот так. Бля, вот это вызов. Там еще второй, на самом деле, тоже непростой. Непростой. Очень такой, знаете ли, многоходовочка будет. Но это сейчас чуть позже об этом. Нет, не то. Бля, как он так красиво сделал, реально. Это нужно подлететь, пиздануться на крышу и проскользить. Бля, это чисто, на самом деле, можно отнести, на самом деле, и к рандому. Можно отнести, я считаю, что и к рандому, потому что чисто предугадать физику для того, чтобы повторить, например... там, я не знаю, потренироваться кучу раз и повторить это даже два раза подряд, это, ну, вероятность, блядь, меньше 1%, реально. То есть это нужно, я хуй знаю. Не, пизданусь. Ну, бля, на колесах бы сейчас, если пролетел, сейчас пизданусь об правую, бах, нахуй, в крыло. Бля, ну, в любом случае это выглядит очень эффектно. В любом случае это выглядит очень эффектно. Даже когда не получается, вот в этом-то и фишка этой замечательной игры. То, что даже если у меня будет не получаться, это все равно выглядит охуенчиком просто. Так.
Ну нет, то есть, понимаете, мне не нужно пиздохаться об верхнюю, а потолок. Мне нужно просто красиво подлететь. По скорости тоже, кстати, я не обратил внимания, между прочим. Такое. Надо посмотреть, сейчас пересмотрю обязательно вызов, посмотрю на скорость. Скорость момента удара. Это весьма важный фактор. Потому что, может быть, у меня слишком большая скорость. Потому что, ну, вряд ли у меня меньше скорость, чем нужно. Хотя, кто знает. Блин, как тут нужно попасть? Нам вообще нужно... Блять, я очень сильно беру влево. Нужно просто пиздануться слегонца. Слегонца. Не, ну не то. Не то. Хотя, в целом, положение автомобиля под финалочку было нужное. То есть, я оказался на крыше, но траектория не та. Так. Так. Просто интересно, что из этого получится. Я не остаюсь на крыше, я подлетаю, и если посмотреть... Ну нет, здесь опять же, видите, из-за того, что жопа впереди, и машина летит рандом... Не, вот второй раз он был реально просто вот... Ну блин, почему я не замедлил? Я просто не ожидал, что у меня даже что-то близко получится, поэтому даже не стал замедлять, типа, ну, пробую, как бы, и окей. Ну опять, ну жопой вперед, ну понятное дело, я попаду сюда. Ребят, одну секунду, я отлучусь, все-таки посмотрю, пересмотрю, посмотрю на скорость, и там, может быть, что-то станет понятнее. Ага, там нет худа. Нету худа без добра и добра без худа, поэтому скорость я не могу знать, к сожалению. Да, не знаю, может быть, это сделано было специально, чтобы я как бы не подрасчитал, а может быть, как бы так просто мне не фартануло, поэтому как бы... Не ясно, но в любом случае это уже мои проблемы, и как бы сейчас, ну я, конечно, сделаю еще несколько, я думаю, даже десятков попыток, чтобы понять до конца. Хорошо, вроде бы. Блин, но она... Нет, нехорошо, ну тут бесполезно, опять будет просто удар об левый BMW X7 или X5, ну что-то подобие, да, ETK 1300, как он... Блять, нет, тут это... Прям нужно вот слегонца, прям так ювелирно попасть. Блин, ну по скорости я тоже не могу рассчитать, типа каждый, на самом деле, даже 10 км в час, который здесь... Так, ну... Бля, какая-то дырка большая у меня. Мне не нравится, что у меня дырка большая. Я еще киза-бампер сделал. Слушайте, что-то такое ощущение складывается. Вот когда летишь, складывается ощущение, что дырочка-то большая. Давайте я сделаю поуже. Ну, типа, кто знает, может быть... Блин, у меня такое ощущение, что здесь машина вообще не поместится. Вот так хотя бы. Конечно, каждый миллиметр играет какую-то роль, но... Я не знаю, ребят. Я реально не знаю, потому что... вот это расстояние, вот, к сожалению, никак не предугадать. Потому что оно... Ну как его высчитать-то? Вот, ну, типа, если там есть какие-то условные, допустим, столбики или еще что-то, да, а вот так вот, ну, это чисто на глаз. Ну, опять, ну, жопой вперед. Ну, понятное дело, блядь, жопой вперед я пролечу. Почему она именно такие обороты делает, неудачные для приземления? К сожалению. На самом деле, в принципе, я могу и об потолок пиздануться. Главное, чтобы машина в конечном итоге пролетала эти два внедорожника, кроссовера, я не знаю, что это в итоге, как это считать, именно в той позиции, в которой мне нужно. Поэтому как бы меня не ебет, как она там пролета... Блять, вот сейчас было бы очень классно, вот сейчас было бы охуенно, если бы я пролетел на боку. Но, к сожалению, траектория поменялась, поэтому я зареспаунил тачку, но я мог. Я мог чисто теоретически сейчас это сделать. То есть вариантов, понимаете, их куча. Их реально куча. И поэтому, в принципе, до конца непонятно, как оно вот будет. Ребят. Ну, опять же, это с кувырками, но это было в базе. Ну, я так буду называть в базе, то, что значит, типа, база тачки. И я именно базой шел. То есть я не шел под углом, чтобы компенсировать эту базу, да? Ну, вы понимаете, если тачка летит, допустим, жопой или мордой вперед, она как бы становится уже, грубо говоря, да, чтобы пройти. Она шла в базе. Но при этом в кувырках. Ну, я ничего не задел. Так что это тоже тянет на какое-то из, там, полувыполнения, или я не знаю, опять же. Но мне кажется, что второй раз был пища, который, вот, вторая попытка моя из всех. Бля, какая-то хуйня на губах. Бля, какая-то хуйня красная. Непонятно. Так, ладно. Так, пацаны, все. Серьезное ебло, попробуем, может сейчас все получится. На крыше ни разу не было, это вот факт. Это реально факт. Нет. Бля, так узко, там так узко. Это просто пипец какой-то. Ну реально, я вам сделал очень узкую дырку. Ну я решил просто. А зачем что-то там куркаться, если можешь просто вот в эту стену влететь, как бы, и все. Блин, вот знать бы скорость реально.
Это бы реально на самом деле на многое повлияло, потому что быть может меньше, быть может больше. Но мне кажется, что плюс-минус я вроде бы как... Так, вот это интересно, Ребят, я сузил дырку, я лечу в базе. Блять, пиздану эту тачку, да? Да, пиздану, причем конкретно. Ну, не конкретно, но башбаром прочиркал, так скажем. Царапина, блять, ну, хорошая. Даже смятина, я думаю, будет, но... Ай, блядь. Так, ладно, еще. Я пока не сдаюсь, я пока пробую, потому что безумно интересно, что из этих всех попыток получится. Ну, вот это уже не база вообще далеко, потому что мордой вперед, еще и капот пролетел верхом, как бы это не то. Это вообще не то. Так, ладно, еще раз. Не, ну это хуйня полная. Бля, ладно, вот ради интереса я просто попробую, допустим, взять большую скорость. Ну, чтобы проверить, да? Ну, вот, допустим, так. Ну, это всяко был старт не отсюда, поэтому... У меня, на самом деле, только вариант, то, что скорость, наоборот, должна быть меньше. Хотя, на самом деле, скорость, ну, по сути, она ни на что не влияет. Потому что... Ну, блин, это уже дело другое. Самое главное, что я должен попасть туда, пролететь вот это вот все, вот именно, ну-ка вот отсюда, вот допустим, стартану, вот отсюда газую. Скорость меньше делаю. Так. Не самое лучшее, что могло бы быть. Почему-то, кстати, в большинстве случаев я стукаю именно правую машину, ну от себя, по крайней мере, которая стоит. Так, давайте, друзья, попыток 5, потому что, ну, типа, это может продолжаться вечно. И, по сути, я считаю, что у меня... Только два вот варианта, это вторая попытка из всех, вот которая была недавно, которая более-менее тянут на что-то. И то это было не на крыше. Так, ну, подождите, стоп. В базе. Ну, чуть-чуть морда впереди, да, чуть поуже. Но в целом это тоже было хорошо. Это было тоже хорошо. Блядь, как сделать, чтобы она на крышу приземлилась и проскользила, я в душе не ебу. Она у меня просто кувыркается, кувыркаться начинает. Вот у меня постоянно, вот вы заметили, вот постоянно, по сути, одна и та же вот схема полета тачки. Типа, все время вот она начинает приземляться, потом делает дополнительные кувырки, и все, на этом все. О, опять-то, вот просто один в один. Просто один в один, реально. Приземление, вот это ебля, и она летит мордой вперед. Все, вот каждый раз одинаковый. Почему так происходит, я в душе не ебу. Ну, это хуйня. Это неинтересно. Хотя, кстати, было бы прикольно сделать расстояние меньше и пройти свечкой там, например. Ну, типа, на жопе или на морде. Вот как я сейчас сделал. Нет, я пизданусь. Да, еще конкретно причем. Все, последние три попытки, пацаны. Последние три попытки. Быть может, что-то сейчас получится, но будем судить по тем, что было. Ну, блять, хуйня. Еще и задел. Еще и так лавочку снял аккуратно об чужой бампер с капотом и с решеткой. Ребят, непонятная хуйня, реально непонятная. Так, вторая попытка из трех. Ну-ка, давай, Санек, покажи класс. Бля. Ну это может быть как бы красиво, но это легко. Это как бы ничего в этом сложного нет. Все, последняя попытка, ребят, чтобы реально не задерживался здесь, потому что хрен знает. Ну реально, это может продолжаться. Ну опять, вот у меня либо кувырки, либо одна и та же схема. Блять, ну не хочется заканчивать. Хочется хоть один раз, чтобы я проскользил, блять, на ебучей крыше. То есть, значит, все-таки, вот, исходя из всего этого, можно сделать... Ну, я спойлер снял, но это, опять же, было не так уж и близко. Не так уж правильно, точнее, я летел. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что все-таки я считаю, что я выполнил на полшишки, а не на полторашку. Потому что такие случаи у меня как бы были, хотя бы два чистых. А вот на крыше я ни разу не сделал. Значит, это сложнее. Но если вот так вот, например, рассуждать по этому вопросу, то я считаю, что именно так будет правильнее. Бля, ну это красиво, да, это красиво здесь, но машина летит вот так, соответственно, ну не вот так, а вот так. То есть, соответственно, расстояние становится... Ай, бля. Я не знаю, чем это закончится, как это вообще и что, но, блядь... Бля, вот там нужно, мне кажется, там нужно так легонечко заехать на этот, на эту херотень, вот практически, вот просто реально на полшишки. Вот это как раз я неправильно делаю, что я бах, наконец-то левой досталось, бля, а то постоянно правая, бля, страдает тачка. Все, ребят, ладно, реально последний раз, ну просто реально хотелось выполнить, попробовать именно так, но, к сожалению, на крышу мне действительно... Даже, бля, о, жопа, он красиво, прям прочиркал, разбил нахуй все фары там. Нормально, так. Так, ага.
Все, последняя попытка. Ну, блять, ну я так хотел, чтобы, ну хоть раз-то на крыше можно уже было проскользить. Ну, задену. Хотя было вот неплохо, бампер оторвал, решетку оторвал, капот открыл, блять. Но, ну, такое. Так, ладно, еще, все, ласт, пацаны, ласт. Не могу остановиться, не могу, реально, это прям, ну хочется же, хочется. Нет, блядь, ну это вообще ни в какие рамки не лезет. Последний раз, пацаны, все, последний раз приснилось. Вот сейчас вот. Ребят, в общем, я думаю, что оставим это на ваше усмотрение. Сейчас посмотрим, что будет со вторым вызовом, потому что он, ну, мягко говоря, своеобразный, но очень-очень красивый. И если у меня получится все выполнить, то это будет прям. Переходим ко второму вызову. Итак, друзья, мы находимся на месте выполнения второго вызова, и, собственно, вот перед тем, как мы его сейчас посмотрим, я вот сейчас думаю, на самом деле, что сказать, потому что я просто вот, так, для начала, прислал его Иван Таран, и, в общем-то, у меня вопрос, вот он, когда это делал, он это делал специально, или у него как-то это случайно получилось? Но, с другой стороны, случайно такое не может получиться, ну, потому что это нужно специально расставить нужные объекты. Короче, ребят, ладно, перед тем, как я дальше прокомментирую, давайте все-таки посмотрим. Необычный, креативный вызов. И мне кажется, что он вполне выполнимый. И, в принципе, я рассчитываю, если честно, сейчас его выполнить с первого раза. Но это я, наверное, очень сильно рассчитываю сам на себя. Ну что, посмотрим и будем пробовать. Виолончель играет на трубе, труба играет на скрипке. Фортепиано стоит на земле, а я мчу на Тесле. Виолончель играет на скрипке, скрипка играет на гитаре. Да, ребят, по-моему, за все время игры в бимку я ни разу не сшибал в полете пианино, рояль, я не знаю, как правильно называется данный музыкальный инструмент, ну, один хрен, короче. Ладно, все стоит, все расставлено, я надеюсь, что я поставил правильно, единственное, только у меня фортепиано, уже пианино, фортепиано, блять, рояль, ты, Санек, определись-то, что это, уже стоит у меня как бы... мордой сюда, потому что будет красиво, если получится, посмотрите, именно с этой стороны, мне кажется. Но я думаю, что это особо не влияет. Вроде бы по расстановке тоже все верно, главное в него попасть. На самом деле оно такое, ну, не маленькое, поэтому я уж надеюсь, что попасть у меня получится. Но другое дело, нужно прыгнуть правее, я так понимаю. Короче, я еще не понял, где, откуда мне стартовать. Тачка та же, выключаем ESC. Фух, первая попытка, ребят, я вообще в душе не ебу. Прикиньте, получится, я просто как бы, ну, реально удивлюсь. Я сначала не понял, что она не едет. Так, ребят, я блядь, надо было ЕСЦ, наверное, оставить, хотя хуй знает. Так, а куда тут, блядь, тут... Чё, блядь, куда... Блядь, я на всякий случай, можно это... Нет, по-моему, это вообще не то, и, по-моему, скорость вообще как бы большеватая. А это не так легко, как я предполагал. Посмотрите просто разницу, да, как бы, насколько я не попал. Не попал я конкретно. Угу, понятно. Так, значит, по-моему, скорость нужно поменьше. Что происходит? Почему она не едет, я не понимаю. Что такое? Алло. Алло. Тачка. Что с машиной? Я что, блядь, сломал Теслу? Она не едет, я отвечаю. Чего, блядь? Что происходит-то? Она... Алло! Она не едет! Она заведена? Она не может быть. Да как, блядь, что? Что, блядь? Что? Что про... Что происходит, блядь? Я... Можно ее поехать? Бля, что за дичь? В смысле? Так, подождите, на какую у меня клавишу вообще на этом самом установлена? Может, она реально как бы, ну, с другой стороны. Vehicle. Так, как там завести ее? Завести. Ignition или что там должно быть? Зажигание. Блядь, сложно, тут нихуя непонятно. Fog lights. Нейтрал, стартер, мотор, энджин, стартер, В. А, ну В. Один хуй, он не едет, блядь. Нихуя, я не понимаю, что не так-то, блядь. Пацаны, они едут. Так, я понял, блядь. Нормально. Причем я ее приспаунил, но это все равно не едет. Это нормально, да, то есть? А, я понял, у меня замедление было. Забылся, прошу прощения. Так, ладно, допустим, с ESC. Я, правда, нихуя не понял, что я делаю не так, но это сейчас по факту я уже пойму. Ну вот это, кстати, уже, по-моему, это всяко ближе
Бля, летит неплохо, но высоко. Скорость не угадал. Не, скорость нужна меньше. Блять, хорошо пролетело, блять, да? Тесла-то нормально, прям близко, я бы сказал. Да, блять, замедление, алло. Так, значит, мне нужно вот отсюда стартовать примерно, да? Ну, давайте попробуем. Так, ну, это выполнимо всяко, но это будет красивый кадр, когда у меня получится. Так. Ну, хуй знает. Кстати, причем, по-моему, в вызове тачка летела боком. А если я попаду, получается, мордой... Бля, правее еще надо. Как? Мне сложно. Это пиздец сложно, на самом деле. Вот кажется, что вроде бы это легко, а на самом деле это сложно. Я вот тоже так же рассчитывал, что это будет как бы красиво, легко, нихуяшеньки. Ага, сейчас я тут тоже продрочусь. Так, мне нужно как-то вот... Нет, это я перегнул. Просто мне нужно как бы брать правее во время прыжка. Именно там стоит рояль, насколько я понял. По вызову. Бля. Опять не... Вот, подождите, стоп, 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 стоп. Бля, как мне взять настолько вправо-то? Смотрите, мне насколько не хватает. Мне прилично не хватает. Вот сейчас бы, кстати, было бы хорошо. А, не, возможно... Блядь, ну это... Бля, какой-то пиздец, я не понимаю, что происходит. Так, короче, нужно и скорости побольше, и в то же время траекторию. Как мне, блядь, так направо-то уйти? По-моему, опять. Опять что-то не так пойдет сейчас. Что-то пойдет не по плану. Хотя вроде бы чуть-чуть правее сместился. Да, я всяко сместился правее, но... Тесла, давай сделай красиво, пожалуйста. Мы хотим все увидеть этот кадр, потому что это будет реально очень красиво. Так, значит, как мне взять еще правее? Вопрос хороший. Ребят, ну я должен это как-то выполнить, нет? Мне кажется, здесь перевыполнение в принципе не может быть. Не, это не правее, я даже не буду камеру менять. Да, вот видите, то есть у меня как бы на самом деле не хватает прилично. Не хватает прилично, а вот как это сделать, как компенсировать-то, а? Как мне правее настолько уйти? Ну хуй знает, по-моему, скорости не хватит. Ой, лечу-то хорошо. Ой, лечу-то хорошо! Ну давай! Блять, еще правее ушел, но тут не хватило скорости, как бы... Ну такой, знаете, припарковался элегантненько около фортепиано. Ну почему бы и нет? Слушайте, ну я все равно должен это пройти. Ну как бы я не оставлю это просто так, потому что я вижу результат, вижу, что приближаюсь к цели, но пока что... Бля, как мне так вправо-то ебануть-то, я не понимаю. Вот, кстати, я, конечно, ничего не хочу говорить, но по-моему... По-моему! По-моему! Блять, да только не надо говорить, что я перелетаю. Бля! Сука! Я мог сейчас выполнить это. Ну как так-то, а? Бля, сейчас хорошо получилось. Но скорость переборщил. Так, замедляюсь. Вот со скоростью, да, конечно, тут видите, но... Бля, мне кажется, если я вот так ее снесу, то это... А, блять, да как так-то? Я не понял, я только что... Ну в смысле? Бля, нормально, в трубы ушел просто такой. Бля, просто чисто вошел в трубы розовые, да, оранжевые. Так, ладно. Ребят, я уже убедился в том, что по траектории это реально, только что, но переборщил со скоростью. Вот, за прошлый раз. Поэтому просто нужно... Нет? Нет? Блять, ну как так-то? Да в смысле, я вроде все одинаковое делаю. О, как коснулся попкой и улетел в океан. До свидания. Так, ладно, 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 я не сдаюсь. Я не сдаюсь, так. Значит, скорость примерно, короче, приотпускаю разочек, и все нормально. Бля, как туда направо так уйти? Ну не, ну это хуйня. Нет, блять, ну тут вот реально вот сложность как раз-таки в том, что по траектории попасть. Остальное несложно. Ну по сути. А что тут может быть еще сложнее? Именно траектория. Не долечу. Хотя взял хорошо. Вообще недолет. Вот видите, вот скорость решает. Причем я не видел, честно, скорость. Не обратил внимания опять, какая была в момент прыжка. Не хватит скорости. Блять, опять лечу хорошо, а, блять, ну скорость, со скоростью проблема. Не могу рассчитывать, прикиньте. Причем, когда я только беру наименьшую скорость, у меня получается... Или наибольшую, у меня получается как раз-таки нужная траектория. Как только я беру нужную скорость, траектория не получается. Как мне это все объединить? Ну нет, хуйня тоже на постном масле. Можно даже не замедлять. Хотя, блядь, неплохо. Бля, очень даже неплохо, между прочим. Не, ребят, ну я должен это выполнить. Ну, типа, по-любому. Ничего сложного прям тут я не вижу. Тем более, вот-вот и я уже близок. Минус зеркало. Может быть, это был... Это был...
такой ритуал перед удачной. Не, нихуя неудачная, блядь. Пиздец, вот вроде вот, ну, блядь, ну близко же, ну близко. Зеркало отъебнуло прям на ура. Я так его снес, левое зеркало только что. Так, все, короче, без шуток, пацаны. Все, ну это должно быть, блядь. Неужели опять по скорости не угадал? Ну, блядь, лечу прям на него. Только не надо говорить, что я левее, блядь, уйду. Не долетел. Я в душе не буду это. Ну-ка. А если я колесом собью, это будет считаться? Типа, это перевыполнение. Можно посчитать перевыполнение, если я колесом собью? Так. Еще раз. Скорость. Какая, блядь, там скорость должна быть? Приотпустил. Опять? Да в смысле, блядь? Я не понимаю, я прям... Я вообще нихуя не понимаю. Серьезно, вообще, блядь. Как это сделать-то красиво? Все, ребят, выполнение. Серьезное ебло. Смотрите, как ошибают настоящие пацаны фортепиано. Бля, с каждым разом, более-менее идеальным, я приближаюсь. Но я не могу, сука, коснуться этого фортепиано. Причем надо его съебенить-то прям по полной программе. Не просто коснуться. Надо прям его... Ну не надо опять говорить, что, блядь, я не допрыгну. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста, блядь. Ну в смысле? Ну и траектория просто ебейшая. Колесо. Даже колесо. А, то есть настолько все хуево, да? То есть вот как бы настолько все плохо. То есть, понимаете, я по сути его даже краешком не задел ни разу. То есть я его вообще не коснулся ни разу. Это самое хуевое. Так, ладно. Все, вот сейчас будет выполнение. Я уже молчу, блядь. Я даже не замедляю. Я просто хочу, чтобы его срубило, блядь, это пианино, и все, как бы. Я больше его не увидел никогда. Так, все. Фортепиано, до свидания. Эль фортепиано ля финика комедия, блядь. Да заебло, а? Да что, сколько можно-то, а? Так близко, реально. Не смешно. Не смешно, ребят. Все, выполнение прямо сейчас. Поехали. Показываю один раз. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я его... Ну, знаете, с одной стороны, я остался здесь. То есть я его столкнул! То есть, видите, на самом деле, на каждый вызов можно посмотреть по-разному. С одной стороны, я его не так эффектно снес, но я остался на месте фортепиано и просто его как бы столкнул. То есть, прикиньте, если бы был вызов изначально таким, скорее всего, в большинстве случаев я бы именно его сшибал, потому что остаться здесь, ну, это как бы вариант. Я уверен, что у меня это не получится далеко не с первого раза, но... Так, ладно, давайте, выполнил столкнул, теперь просто его разъебываю. Просто разъебываю, как именно в вызове. Понял, в итоге разъебал Теслу. Тесла, давай по красоте сделай просто вот сейчас вот сразу. Надо было второй попыткой подряд. Ну, допустим, эту я запорол, и вот сейчас вот удачная. Ну, давай. Бля, перелетел, что ли, а? Ёбаный насос, а, да и траектория тоже не та. Не, я все-таки хочу, я хочу сделать все четенько, чтобы это было прям как вот было сказано, показано. По-моему, ну опять проблема. Опять вот, ну, трубы это трубы. О, немножко шатнуло, как что-то прилетело в это фортепиано. Так. Все, ребят, поправляю очки. Это значит успех на хорошее выполнение. По-моему, этого было намного левее. Я даже не буду замедлять. Да еще и со скоростью проблема. Да. Бля, неужели я должен же это сделать? Я должен его эффектно сбить. Снести. Вот. Это идеально. Нет? Ну, блядь, ну по-братски можно? Некрасиво. Оно должно в щепки разлететься, благодаря тесту. Просто я его должен снести, как, блять, вообще не пожалеть даже. Поэтому прямо сейчас... Ну, кстати... Не, блять, ну где эта попытка-то? Я хочу снести, блять. Пять. Нина. Давай. Блять, это издевательство какое-то, реально. Это просто... Бля, я утушил бампером шип, это как, нормально? И утопил еще вдобавок.
Бля, ребята, почему, когда нужно сделать именно то, что нужно, я не могу? Звучит хорошо. Нет. Теперь скорость. Я не понимаю, серьезно, чего, когда. То есть, понимаете, тут еще от того, насколько, как бы, как я вообще прыгаю. Бля, можно я сделаю уже это и все, как бы? Можно? Бля, вот сейчас было бы так пиздато, если бы... Почему он насаживается на эти трубы оранжевые? Что туда меня тянет? Там магнит для Тесел или что? Для электромобилей? Бля, я реально не могу успокоиться, ребят. Бля, штопором лечу. Это будет как перевыполнение считаться? Бля! Ебать, штопором нахуй! Пизда моторчику! Нет, не пизда. Ну так, пизда... Yeah. Бля, пацаны, штопором летел. Ну прям вот так вот. Бля, хорошо. Ребят, не знаю, не могу оценить, серьезно. В этом вызове конкретно я могу сказать, что была одна попытка, как бы, типа, можно посчитать, что я его столкнул и остался там еще вдобавок вместо пианино стоять. А вторая, как бы, ну, вот как в вызове. Ну, выполнение-то всякое есть. А вот как там, что еще? Друзья, оценивайте, пожалуйста, в комментариях. Пишите оценки, на ваш взгляд, как вы считаете, получилось у меня или не получилось, потому что... Блять, это было очень близко, на самом деле. Это было прям пиздец, как близко. Если бы смотрел от фортепиано, это очень близко было. Ребят! Если у вас есть желание, присылайте вызовы, опять же, в комментариях под видосом этим, моей группе ВК. Также, друзья, не забывайте подписываться на канал, если тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Завтра новый видос по бимке. Ну и, собственно, надеюсь на ваши лайки. Пацаны, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья. Ух ты, это было мощно.